Они вносят значительный вклад в раскрытие преступлений и пресечение административных правонарушений, находятся ближе всего к людям и оказывают им помощь в самых разных ситуациях. В этом году службе участковых уполномоченных полиции исполняется 100 лет со дня образования в системе МВД России. Наш сюжет об одном из представителей этой нелегкой профессии. Здоровье, это хорошо все, бабуль? Здоровье? Ну как здоровье? Вот это. Нет, ничего страшного. Только этим слышу. Ну ничего страшного. Вот. Глаза, вот это, которое бы вас увидеть красиво. Это уже второй визит участкового уполномоченного полиции Сергея Родионова к ветерану Великой Отечественной войны Раисе Блиновой. Недавно сотрудник МВД помог разрешить конфликт между соседями. Поводом для ссоры стала покраска забора. Племянник начал красить гараж. Она его попросила. Стал он гараж красить, а сосед: что ты красишь, ты не так красишь. И это, давай матом, матом. Валерий слушал и решил вызвать милицию, потому что невозможно было. Ну вот мы вызвали и приехал. Пожалуйста. Да я не знала, что он придет. Я Сергей Александрович записал, что случилось, все это урегулировал, и потом соседка пришла просить извинения. С подобными ситуациями Сергей Родионов встречается часто. В зоне его обслуживания частный сектор в деревне Жилино, поселках Егорова и Чкалова. В полиции молодой участковый работает с 2019 года. В Тамбельнском отделе с января этого года. До этого работал в Малаховском отделе полиции и в Люберцах в ВВСе. Помогать гражданам нравится. Ну, приятно, когда видишь результат своей помощи, когда людям помог. Работа сложная, но интересная и, безусловно, нужная. Сергей пока в начале своего карьерного пути, но он уверен, что выбрал верную дорогу – служить родине, помогать людям и слышать каждого. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.